Во вторник в Самарской области будет облачная погода, практически везде пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 12 градусов тепла на севере и до 21 на юге области. В Сызрани небо в облаках, осадки в виде дождя, возможно, гроза. Днем плюс 17 градусов, ночью плюс 9. В Тольятти пасмурно, пройдет дождь. Днем плюс 13, ночью 5 градусов выше 0. Восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, дождь. Дневная температура плюс 14 градусов, ночью плюс 4. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено, 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.